Будущее парковочного пространства областного центра и пригорода стало одной из тем на Совете по развитию Белгородской агломерации. Рост числа личных автомобилей остро ставит вопрос парковок на городских улицах и проспектах, а также во дворах. В ближайшие 2-3 года в Белгороде и Белгородском районе должен быть реализован проект «Двор без автомобиля». По мнению главы региона Евгения Савченко, он призван повысить качество жизни горожан. Стоянки для машин должны быть в пешей доступности от места проживания, но за пределами жилой зоны формат стоянок, будь то крытый паркинг или открытая стоянка, зависит от выбора самих жильцов. Варианты реализации – государственно-частное партнерство или создание кооперативов. Вот это публичное пространство. Давайте один раз сюда запомним. Это публичное пространство. Там во дворах люди, на этажной застройке люди должны общаться, дети должны играть, чувствовать себя в безопасности. Давайте, в конце концов, здесь вот разумный баланс находить, но не просто методом запрета, а методом предоставления альтернативных, грамотных, продуманных решений. Развитие и уже в ближайшем будущем получит и сеть платных парковок в областном центре. Уже с 30 января бесплатный период парковки на центральных улицах Белгорода сократится до 30 минут. Это один из шагов развития транспортной инфраструктуры, утверждают специалисты. Для чего такие меры, где и когда появятся новые платные парковки и как работает система контроля? Об этом расспросим сегодня гостя в студии. Это руководитель Белгородского парковочного пространства города Белгорода Олег Михалин. Здравствуйте, Олег Викторович. Ну вот на платных парковках Белгорода сокращено время бесплатной стоянки автомобилей. Почему принята такая мера? Главный платный принцип любой парковки заключается в оборачиваемости одного машиномест. Это значит, что в течение рабочего времени одним машиноместом могут воспользоваться в среднем 14 автомобилей. У нас есть данные, что 73% в среднем используют время 52 минуты. Оборачиваемость в настоящее время в городе Белгорода составляет 5, в отдельных случаях 7 автомобилей. Этого недостаточно. Основная цель – это предоставить доступное посещение жителям и гостям города различные организации, учреждения, ну а также снять транспортную нагрузку в центральной части города Белгород. Ну а что касается стоимости стоянки одного часа, она будет повышена или нет? У нас утвержден расчет максимальный – 45 рублей, и утвержден расчет минимальный – 30 рублей. На основании решения Совета депутатов города Белгорода от 25 марта 2014 года номер 80. Но наша главная задача – предоставить качественную услугу всем жителям и гостям города Белгорода. Поэтому цена вопроса не будет увеличиться в 2016 году. Олег Викторович, в начале запуска проекта в 2014 году были некоторые нестыковки, сложности с контролем нарушителей. Как сейчас с этим обстоят дела? В настоящее время постановление об административном правонарушении выносится в электронном виде. Уполномоченный выносить постановление, рассматривать административная комиссия при администрации города Белгорода. Программное обеспечение работает в штатном режиме. Более того, в 2015 году мы усовершенствовали программное обеспечение по обработке фотоматериала на пригодность их, плюс определение территории, зоны, сверка с льготной категории граждан. А также у нас была очень серьезная доработка в плане получения информации о всем времени использования стоянки автомобилей с указанием места парковки с GPS-координатами. Данные доработки позволили нам избежать обжалования вынесенных постановлений в судах различного уровня. А вообще сейчас в целом много ли автомобилистов не платят за парковку и применяются ли к ним какие-то административные взыскания? Да, ежедневно мы выявляем 45 нарушителей в среднем. За период июль 2015 по декабрь 2015 год было вынесено 1578 постановлений об административном правонарушении. Какой сейчас размер штрафа за неправильную парковку и будет ли он увеличен в ближайшее время или нет? Я понял вас. Размер штрафа предусматривает сейчас 1000 рублей. Увеличение не планируется. Олег Викторович, сколько сейчас в Белгороде платных парковочных мест? Планируете ли вы расширять площадь платных парковок? И если появятся, то где паркоматы в ближайшее время? На сегодняшний момент у нас функционирует 868 машиномест, плюс у нас есть 4 плоскостных закрытых парковок. Второй этап предусматривает развитие вдоль улично-дорожной сети в границах. Улица Преображенского, Белгородский проспект, Народный бульвар, Свято-Троицкий бульвар, улица Попова, улица Николая Чумичева, улица Победы,
По итогам реализации двух этапов на территории городского округа город Белгород будет функционировать 2519 муниципальных платных парковочных мест, в том числе 396 плоскостных закрытых парковок, и обслуживаться 65 терминалов с функцией приема наличных денежных средств. Запуск второго этапа планируется в конце марта, в начале апреля 2016 года, после пуска аналогичных работ. В основном платные парковки будут сосредоточены в центре. Центральная часть города. Спасибо, Олег Викторович. Гостем студии был руководитель Белгородского парковочного пространства города Белгорода Олег Михалин. А я еще раз напомню, с 30 января, то есть уже с будущей субботы, бесплатный период на платных парковках в Белгороде сократится до 30 минут. Будьте внимательны, не попадите на штрафы.